Я сказала, подойди, а не садись. Хорошо. Это что, поцелуй? Дружеский. Я не могу немного побыть с тобой. Мы бы поговорили. Да. Вон на том стуле, рядом с Тадди. Расскажешь мне сказку про трех поросят. Ладно? Нет. Тогда я лучше пойду спать к себе в спальню. Да, ты не одолжишь мне Тадди, чтобы я не спал в одиночестве? Ты боишься спать один? Да. Очень. Особенно в грозу. Я накрываю голову подушкой. Я не могу одолжить тебе Тадди. Он всегда спит в моей комнате. Но я подарю тебе плюшевого медвежонка.